устала ходить по всем инстанциям. Я устала убивать. Я инвалид второй группы. Обращалась во все инстанции, писала вам. У нас 3 года уже нет воды горячей воды. Обращалась к Томенке и к Сапитрику. Но меня до него даже не допускают. Его же люди его не пускают. Дом 60, квартира 4, центральный микрорайон. Вы знаете, Виктор Петрович, я вас умоляю, пожалуйста, придите, посмотрите, как у меня в ванной комнате. Подойдет, Виктор Петрович. Ну, что-то в районе мы найдем. Сейчас позанимаемся этим вопросом. Я день-два разберусь. Сейчас быстренько проводим с Дмитрием Анатольевичем. Все, все быстро улетят. Вечером я проведу там на месте в Барнауле совещание. И мы выстроим работу как... Ну, у нас газовая котельная работает. Это старая. Котельная, а на, по площадке на будущее. На все село, да. Всю социалку многоэтажки.